Анна Федорина, работающая дворником на этой территории, пожаловалась на азовчан, не утруждающих себя соблюдением правил благоустройства. Из-за отсутствия контейнеров в частном секторе люди со всей округи стали привозить сюда мусор, не относящийся к категории твердых коммунальных отходов, и зачастую складировать его рядом с баками, в результате чего на этом месте периодически образовывалась несанкционированная свалка. Реакция регионального оператора по вывозу мусора последовала буквально на следующий день после выхода сюжета в эфир. Сотрудники предприятия «Экоград-Н» полностью очистили площадку и даже обновили внешний вид мусорных баков. За время моего отсутствия, когда я была выходная, я приехала и была удивлена такому порядку, наведенному у нас на территории Павлова. Бачки были покрашены, мусор был вывезен. Я даже рада тому, что на мою просьбу окликнулись люди, до которых я обращалась. И также благодарна я тому человеку, который отвечает за вывоз мусора, что они вывозят мусор и чистоту наводят тоже здесь. У нас порядок.